На оперативном совещании регионального правительства был представлен проект создания селекционно-семеноводческого центра. Строительство и реконструкция основных зданий планируют завершить в конце лета этого года. Запуск современного комплекса позволит производить, к примеру, до 25 тысяч тонн семян сои в год. Увидеть своими глазами, как превращают глину в чашку и из чего делают сладости. В 2016-м Центр детского и юношеского туризма организовал около 50 экскурсий на предприятия области. 1500 школьников познакомились с производственными процессами. В поселке Ведеревка открыли Центр ремесел. Расположился он в отремонтированном здании бывшего музея. Почти 250 учащихся будут здесь получать знания по 18 направлениям декоративно-прикладного творчества.